Не распускай нюни передо мной, маленький ребенок. Черт, мы влипли. Это гребаная засада. Слушай, гангстер может стать короткой даже для босса. Думаю, он мертв. Мистер Ли? Хуан Ли? Ну что ж, без сомнений. Он таким и выглядит. Не вытечет кровь из дыры в башке. Мой отец мертв. Его убили в Коулуне. Он всегда говорил мне, что это жизнь. Жизнь гангстера может стать короткой даже для босса. Большинство в семье считают, что он умер, медитируя в храме. Вся правда в том, что он поклонялся иным богам. Это чистый медицинский культ и дешевые женщины. Несмотря на это, я поклялся на его могиле, что найду виновных и отомщу им. Я это сделал. И в основном, чтобы гарантировать себе наследство, но еще потому, что я педа... Осуждаю, быдло ебаное. Юй Цзань — это фамильный меч, который всегда должен храниться у главы семьи. Двуручник. А топовая пушка. Мой отец придумал такую традицию, выиграв этот меч в карты. Ну давай, Алын, ну давай! Сосать! А сейчас мне поручили привести эту тупую штуковину новому главе семьи, дяде Ву Кен Ли. Тот самый огромный педа... Пиздец, я не буду читать. В прошлый раз посещая Либерисики, я отхватил еще от швейцарского туриста. Но все же, даже такой мелкий избалованный сопляк, как я, не должен суметь накосячить с доставкой меча, капризному помешанному на власти дяди, со склонностью к классической порнографии, подражание персонажам комковых фильмов. Иногда даже самая простейшая работа выполняется не так, как ты ожидаешь. Мистер Ли, Хуан Ли, ваш дядя отправил встретить вас. Черт, мы влипли. Это гребаная засада. Черт, они устроили засаду. Да ну нахуй! Думаю, мертв. Нихуя. Ты уверен? Ну что ж, без сомнений, он таким и выглядит. Не вытечет кровь из дыры в башке. Хорошо, гей. Валим. Сегодня это все не мое. ЛРЛРЛ. Плывите к берегу. Нет. Что за место? Избитый раненый чуть не утонул. И все это в считанные минуты пребывания здесь. Мой отец приплатил бы за такое веселье, но меня это никак не привлекает. Лучше я найду машину и доберусь до дяди Кенни. Нажмите старт, чтобы пропустить видеоролик. Охуеть, какой видеоролик. Ладно. Идем дальше. Возьмите машину. Бля, можно в РЛ так? Бля, завелось. Погнали. Хуяк. Выпрыгиваем из машины. Заходим к дяде Кенни. Хуан, я слышал, что тебя убили. Хвала всему хорошему, что ты жив. Что случилось? Я рассчитывал на пару стриптизерш. И на VIP-столик в клубе. Вместо этого не построили засаду, ограбили. И оставили умирать дядя. Но не очень приветливо. Ты просто копия своего отца. Думаешь только о веселье, а не работе. Это опасные времена, Хуан. Но мы найдем и разберемся с этими убийцами. У тебя есть меч? У тебя есть Юй Цзянь? Я думаю, убийцы забрали его. Или кто-то из твоих бестолковых телохранителей. Не распускай нюни передо мной, маленький ребенок. Я пообещал Юй Цзянь в подарок нашему лидеру, Синю Цзэсюминю. За это я мог бы добиться большого почтения от него. Возможно, даже укрепил бы свою позицию на его место, когда он отойдет от дел. Эта потеря несет неоправимый пиздец, какой урон, еще ебануться. Моя честь запятнана. Запятнана, дядя, 2009 год, а не 1403. И ты собирался отдать меч кому-то в руки, но это же была наша семейная реликвия. Ты че ебнулся, блядь? Не чушь, твой отец выиграл его в карты.
в качестве подарка Синью, он мог бы меня сделать боссом триады Liberty City. Хуан, твой отец был хорошим человеком, но он сейчас мертв и расставит меня перед ответственностью. Я должен делать то, что лучше для семьи, даже если это идет вопреки наших традиций и моих желаний. Я снял квартиру для тебя, отдохни там некоторое время. Мы скоро поговорим еще, как только оба успокоимся. Горе спокойно затуманить разум, горе способно, блять, пиздец. Так и спокойно затуманить разум быстрым головой и быть почти убитым. Суки, блять, много буков. Буков много. И как дойти до дома? Оп, мы заходим сюда. И на этом первая часть нашего летсплея заканчивается. Спасибо за просмотр.